Жители региона самоотверженно работали в тылу. Подтверждение тому – уникальные архивные документы. Сейчас очередная серия рубрики «Все для победы». Город Тобольск. 30-31 января 1943 года. Из отчетного доклада секретаря Тобольского окружкома ВЛКСМ. Тимуровцы принимали участие в подготовке к весенней посевной кампании. Они собрали запасные части для сельскохозяйственных машин и птичий помет. Тимуровцы Байкаловского района собрали 20 центнеров золы, 6 центнеров птичьего помета. Вагайского района – 20 центнеров золы, 50 килограммов птичьего помета. Дубровного района – 38 центнеров золы, 52 килограмма птичьего помета.